Городской департамент транспорта в телеграм-канале делится фотографией новеньких «Газелей» и сообщает, что их приобрел перевозчик – компания «Самара-Автогаз». Эти микроавтобусы как замена ПАЗам на маршрутах с небольшим пассажиропотоком. Напомним, накануне стало известно, что перевозчик приобрел 30 новых автобусов, пока в город прибыли 26 из них. Сейчас транспорт ставит на учет. Также идет подбор водителей. В ближайшее время машины должны выйти на линию. В Кировском районе прошла акция «Блокадная свеча», которая приурочена ко дню полного снятия блокады Ленинграда. В библиотеке номер 23 почтить память о героях и их подвигах собрались студенты, школьники, ветераны. Они зажгли памятные свечи и возложили цветы. Школьники прочитали стихи, их написали сами жители, когда защищали город. Вспоминая сегодня подвиг жителей и защитников города, мы вспоминаем символ блокадного Ленинграда – небольшой кусочек хлеба, 125 грамм. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самый трудный период блокады. Несмотря на все трудности и испытания, жители выстояли и спасли город от захватчиков. Администрация Октябрьского района информирует, что 10 февраля в Самарской области пройдет «Лыжня России» – 42-я по счету открытая всероссийская массовая гонка. Старт будет дан на базе спортивной школы «Чайка» в Волжском районе Самарской области. В программе массовый старт на 2 километра, старт для участников от 10 лет на 5 километров и гонка на 10 километров для участников от 18 лет и старше. В этом году впервые реализован электронный сервис по записи участников «Лыжни России» через портал «Госуслуг».